Аккуратно, давай, фланг с тобой открываю щит, если что. У них фланг открыт, кстати. Бля, пиздец. Не простите так, еще, ребят. Это очень опасно. Пока еще не... Хороший момент. Лучший, Кирилл. Да, ребята, что ты ну ты стоишь и просишь. Ты просто стоишь и просишь. Зачем это? Движение сделай. Тика, возьмите, блядь. 7-7. 7-7. Вон, лысый, лысый. Давай, давай, хавай его. Блядь, а я-то где вообще? А, я здесь. Ах. Бля, Кирилл, молодец. Тика, возьми сейчас он поменялся. Или что, он подавать? Не, поменялся. Вон он, лысый. Дэнни. Дэнни, держи. 11, 11. Хорош. Аль, зачем так? Вот скажи мне. Хорош, хорош. Открывайся, Киря. Куда ты, блядь? Держи. Ой, хорошо. Здорово. Ой. Тащи, тащи, дальняя, тащи. Дальняя. Давай, давай, так, на ближе. Чтобы выверить, навес есть. Кась, дальше, много. Дальше, дай. Хорош, чеки, чеки. А вот ёб твою мать! Угловые? Спасибо, спасибо. Блядь, что с чеки случилось? Да все нормально. Спасибо, говорит. Пожалуйста, говори. Дай ему. Да не, все правильно было. И игрок обороны правильно. Выносит мяч. Вот, да, я понимаю, что куда попало, но а угловой? Угу. Да, дай, да, на центр, на центр. Освободите ему место. Давай, бей. Давай, давай. Убийца! Бей! Бей, бей, Мурат! Я пробью. Бля, никто не спорит, блядь. Нет, Чеки, а где твой пожалуйста? Пожалуйста, можно я пробью? Да, да. Хорош! Опа! Архи. Ну а чё, я сбился. Сбился, попал в игрока. Напился. Давай, давай, один. Ёба, блядь! Да. Сори. Назад, назад, назад. Пошла борьба. Архи, беги, блядь. Непременная составляющая футбольного матча. Потрясающе играет. Защитник буквально спасает свою команду в очень опасной ситуации. Кась, смотри. Кась, давай. Хорош. Давай, Мурач. Под тобой. Скинул пяткой, блядь. Под тобой трое, блядь. Мурай. Ну, убийц там 11. Мог не отдать, потому что, блядь, крылья. 11. Не, не, дайте Денчик. Денчик, забегай. Штрафную. Давай, давай. Давай, давай, давай. Хорош! Значит, игрок совершил рывок чуть раньше, чем нужно. Офсайд. Продолжаем, продолжаем. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист. О, уже бомбит. Это уже нервы. Совершенно атаки не подстать, как-то он выбивается из колеи. Да вряд ли это можно ударом назвать. Бля, дайте Чикитосу забить, бля, ёбаного. А кто нас Кирилл, слева. Кирилл, слева. Слева не открыт. Ад не открыт. Хорош. Руш, давай, давай, грузичек. Мурай. И вот потеря. Ну да, я видел, москит ушел. Че это было? Это пизда. Психует. Это победа, ребята. Подожди, подожди. Слева так, Кирилл. Беги. Чек есть под тобой, автобус. Помогите, помогите, ребят. Блять, я вообще чек тебе отдал. Давай еще раз, да еще раз. Блять, долго. Можешь. А, уже нет. Отлично. Смотри. Хэнда, блядь! Офигеть. Ну теперь уже я могу, да, пробить? Эх, я думал, направо. Дайте мне дубль сделать, пожалуйста. Не, не, давай Китусу пробить, ребят.
Подожди, 3-0. Архи бьет. Да, ну давай что вратарь. Да. У Архи уже 3 гола в списке. Подожди. Как так? 3-0 бьет вратарь, мы же говорили. Нет, Архи бьет. Ну это официальная игра, Кирилл, давай, это же официальная игра, без таких приколов. Да похрен, ты чё, мы 3-0 бьем. Ну дайте гол, бля, у меня еще ни одного гола нет. Бля, вы заебали, Архи бьет. Бей, чё? Архи бьет, вы заебали. Ну это хуйня полная. Ну и что? Ну, да. Бля, я хуею, ёбал. После этого ты не только пожалуйста должен говорить, бля. На колени умолять, бля. Блядь, ну чек, ты чё, блядь? Чеки, в натуре. Я хуею себе. Должен говорить спасибо, пожалуйста, мыть руки. Не играй, не играй. Перед едой. Блядь, тем более Динамо, я хуею. Я вам говорю, раз пять, Архи. Ладно, мужики, извините. Оба. Перевести на другой. Ты должен ящик этой Архи. Бля, Архи нам вдать. Давай, давай, Кась. Давай. Ой, я, блядь, не пустил, сучонок. Ну ладно, нормал. Че, еще играем? Давай. Скрины. Давайте еще сыграем. Скрины скинь, давайте через перекур сыграем. Да, надо перекурить. Молодцы. Напряжный матч. Молодцы. Кай скрины. Посчитал. Бля, Динамо 3-0. Чей не надо жадничать было. Ну, бля, хотел забить нас. Ну зачем? Ну дайте забить, у него 0. Вот это, конечно, забил, забавно. Блять, у нас у всех ноль практически, чё. Есть штаны пенальтист. Если он промахивается, бьёт следующий. Подожди, ну-ка. О, у меня 8-3. Неплохо. Почему у тебя 8-3, ты не игрок матча? Потому что у Муранио 8-4. У меня тебя показывает 6-4, блядь. Охуеть. Почему у меня 6-4.